Судить некого. Ночью в СИЗО умер единственный подозреваемый в смертельной аварии в Кривом Роге, которая унесла жизни 11 человек – Александр Волков. 17 апреля его автомобиль протаранил маршрутку, а та, в свою очередь, врезалась в автобус. Суд отправил Волкова под арест на 2 месяца. В СИЗО его перевели 2 мая из больницы. У мужчины была 4-я стадия рака, хотя о причинах смерти в полиции пока не говорят. Ждут заключения судмедэкспертизы. Закроют ли дело в связи со смертью подозреваемого, правоохранители тоже не сообщают. Стосовно кримінального провадження, це компетенція слідства, тому на цей момент говорити ми з вами не будемо. Цей чоловік, йому була вручена підозра у вчиненні даного кримінального провадження. Він проходив єдиним підозрюваним у нас на той момент рішенням суду Бабушкінського у місті Дніпрі від 20 квітня. Волкова считали единственным подозреваемым в деле о смертельном ДТП. Хотя в интервью подробностям очевидцы сообщили, что за рулем машины в момент аварии находился молодой человек, сын Александра Волкова. Но в полиции заявили, оснований утверждать, что иномаркой управлял кто-то другой, нет. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что парень сидел на пассажирском месте. Кроме того, из машины изъяли подушки безопасности. После анализа ДНК окончательно установят личность водителя.